Он приехал в Самару в апреле 1902 года. Приехал не по своей воле, был выслан под особый надзор полиции и провел в Самаре несколько месяцев. В это время ему чуть минуло за 20, но он не сидел сложа руки, ходил по городу, всматривался в дома и в людей, наблюдал, а по вечерам писал рассказы, которые печатал в самарской газете. Евгений Яшнов. Год 1902. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».